одна из важных слагаемых нормальной среды – безопасность жизнедеятельности. В России криминальная обстановка не очень благоприятная, но в районе нет национальной розни, а есть один общий интерес – место должно быть спокойным, чтобы сюда приезжали отдыхать и жить. С помощью многонационального присутствия в Геленджике получилась достаточно равновесная структура. И то, что в район вкладываются большие деньги, дает определенную уверенность в стабильности ситуации, несмотря на политические и экономические кризисы.